Смотрите, как хорошо они у меня подтаяли. И вот там вот на одной грядочке, сейчас покажу, крокусы цветут. У нас тут Вася всегда вот так вот сидит, загорает на солнышке. Да, Василиса? Васенька, Васечка. Мяргает опять кота, ей надо. Да, Вася. И вот так вот у нас грядочки. У соседей там тоже хорошо уже подтаяло. Ну вот тут вот у меня кусты, тут то, что забор. Я хочу потом сходить покидать снег. Ну там видно будет. Ладно, пойду Ваню одевать. Вчера хорошо с девочками в Ютубе посетили на трансляции. Спасибо всем, кто зашел на трансляцию. Очень приятно было посидеть, поболтать. Давно я так уже не заходила ведь на трансляции. Вот что-то спонтанно так. Мы с Ириной в Телеграме общались. Она говорит, что на Ютубе, говорит, лучше же общаться. Ну, и я решила, зашла на Ютуб, сделала трансляцию. А какой лук ядерный. Сейчас плакать буду. И все, и вот сделали, хорошо посидели, поразговаривали. Про темы все одни были. Мне вот, я не люблю на такие темы разговаривать. В основном про денежные, про пособие. Вообще не люблю про это разговаривать. Все, ребят, плакать начала. Пожалейте меня. Это шутка была. Так что вот такие вот дела. А варежки зачем на улице хорошо? Ботинки одевай, иди гуляй. Маша, ботинки у него на полке стоят. Он их сам достать не сможет. Больше никто не хочет гулять. Тебе один Ваня хочет. А, плачу. Не могу плакать. Так, все, лук нарезала. Отправляем туда же, в зажарку. А, какой лук ядерный. Это что такое? Чем мельче лук, тем он ядерней. Извините, пожалуйста. Ну, просто ужас какой. Ужас какой-то. Реву не могу. Ой, кошмар какой-то, а не лук. Вот иногда, знаете, лук попадется такой приятный. А иногда такой лук попадется, что просто глаза аж на орбиту вылазят. Это кошмар какой-то. Так, мне надо достать. Ой, господи. Емкость надо мне достать. Рис с гречкой сделать. Мы любим, когда у нас вместе и рис, и гречка. Промыть их надо. У меня рис пропаренный, поэтому вообще классно получается в каше. Рассыпчатый получается. Сейчас промоем и замочим рис. Напишите, девчонки, какая у вас погода. Вам, наверное, плохо меня видно, да, ну извиняйте. Пишите, какая у вас обязательно погода. Это я тут где-то на Ютубе видела, что пишут, что какое-то видео, что смысла нет промывать, мол, гречку и всякое такое. Все равно, когда вы варите, вода это потом... Не, ну, бывает, знаете, гречка хорошая попадается, вода от нее прозрачная. А бывает такое, вода темная-темная постоянно. И рис также. Бывает вода чистая, а бывает вода такая мутная. Так что вот такие вот дела. У нас уже и на огороде более-менее растаял снег. Так что как-то так. Меня спрашивают, Настя, ты на пахоту деньги отложила или нет, чтобы огород пахать? Нет, пока еще не отложила, пока не с чего. Ну что, отложим. Сейчас получим, отложим. Так, все, можно, наверное, уже закидывать курицу. Температуру немножко добавим.
Короче говоря, готовим кушать. Рис с гречкой приготовлю, дети нравятся. Они хотят рис с капустой просят у меня, но у меня капусты мало осталось, я хочу суп сварить. Поэтому сказала им, сегодня рис с гречкой сделаю, а рис с капустой потом куплю капусту. Тут у нас капуста дорогая, она в городе, брать в городе она дешевле, чем у нас здесь. По сути, все остальные продукты, вот что вот смотришь, в городе они намного дешевле. У меня помидорки хорошо подросли, черри, которые я садила, уже поздно взошли, конечно. Это черри янтарный, а здесь у меня на зубок. Тоже надо пикировать уже будет. Вот эти вот особенные янтарные, вообще хорошие. А который магазинский перец я рассадила, который это, ну, чистую, помните, я вам говорю, чистый перец покупала, рассадила. А это уже семена такие. Перец сладкий Дед Мазай. Семена уже покупные. Видите, как тот лучше взошел, чем, хотя посадила в одно и то же время. Вот этот вот плохо взошел, чем вот обычный перец. Поэтому, девчонки, лучше обычный перец покупать. И мне кажется, и помидоры также, вот если купить, семена достать оттуда и посадить, мне кажется, тоже очень хорошо зайдут. Кто так уже пробовал, обязательно мне напишите в комментариях. Все, Машенька. Сейчас хорошо. Так. Ладно, дорогие друзья, буду дальше готовить. Вы оставайте со мной, потом покажу, что у меня получилось. Дорогие друзья, встань на стул. Меня спрашивали, какие у Маши длины волосы. Поверни спинкой. Вот, смотрите, до попы, до самой. Волосы у нее длинные. На ваш вопрос ответили. Маша у нас заплетается в основном косички. Иногда на концерт мы кулаки делаем эти. Иногда хвостики она не любит, потому что у нее запутываются волосы вообще капитально. Но вот этот шампунь помогает, который вот я вам показывала уже, который от него у нее не так путаются волосы. А другие, сколько мы не пробовали, пипец просто. Потом сидишь и распутываешь эти волосы. Обрезать она тоже не хочет. Поэтому на ваш вопрос ответила. Резать ребенок волосы себе не хочет. А то мне пишут, постригите вы Машу, и тогда мучиться не будете. Слышь, Маша, пишут, будем волосы постригать? Нет. Так что вот так. Ладно, всем хорошего дня. Васик. Эх ты, чудо луковое. Унеси эту на стиральную машинку, пожалуйста. Василиска. Ну давай, ну пообщайся с нами. Ну, Васька. А, Васька. Красавица наша. Василиска. Ладно. Всем привет. У нас новый день. Мы сейчас со Светой едем в город. Ей надо на репетицию, а мне надо кое-что забрать там. Поэтому вот такие вот дела. Тайсон всем желает хорошего дня. Ладно, поехали. Я уже приехала с города. И представляете, у нас град идет. О, здесь будет видно, среди градины. У нас идет град. Кошмар. Да, Тайсон? Тайсон. Ладно, пошла. А то у меня Илюша скоро домой поедет. Я зашла домой, и посмотрите, что творится. Смотрите, какой сильный град, какие градины большие. Одуреть. Вообще, смотри, какой град идет. Аж белым-бело все на улице. Да, Василиса? Вася тут на полотенце сидит, если что. Она тут греться любит на солнышке. Но сегодня солнышка нет, она пытается одно, что солнышко поймать. Да, киса? И смотрит в окно, скажет, что там происходит, да, Вася? Вот такая вот у нас погода. У нас тепло никак не хочет, солнце и град идет. А дуреть. Было, но уже пропало. Пишите, какая у вас погода. Дорогие друзья, у нас время вечер. Я испекла пирог с рыбой. Филе ментая. И сейчас ем.
вкусный ужин. Вкусный пирог лука. Правда, для меня это мало лука, но дети у меня плохо лук едят, поэтому я маленько ложила лук. Филе ментая разобрала на кусочки, нарезала. Проверила, чтобы вообще не было косточек. Там и так, по сути, нет, но бывает попадаются. Поэтому проверяла еще. Вкусно. Буду теперь всегда для пирогов брать филе ментая. Ну или какую-нибудь другую филе, какое найду. Для пирогов удобно. Разморозил, быстро пирог постряпал. Угу. Ладно, дорогие друзья. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я буду кушать дальше. Вы лучше за собой немного поглядите. Не вам меня судить и плохо говорить.